итогам реализации социального контракта на 1 августа. У нас сегодня заключено 578 контрактов на общую сумму 23 миллиона рублей. Вы уже давно перешагнули плановые цифры, мы давно уже перешагнули результат 2018 года, который состоял из 406 контрактов на сумму 23 миллионов рублей. Данной мерой поддержки сегодня уже воспользовались 249 многодетных малообеспеченных семей, что составляет 43%. В 2018 году таких семей за весь год было 210. На сегодняшний день на развитие личного подсобного хозяйства, а это покупка домашнего скота, домашней птицы, саженцев, рассады, заключен 521 контракт. И это 90% от общего числа заключенных контрактов. То есть мы говорим о том, что социальные контракты сегодня особенно пользуются спросом у жителей сельских населенных пунктов.